Итак, мы начинаем. Переходит в завершающую фазу. Два дня, 15 и 16 сентября, для проезда будет закрыт перекресток улиц Советская и Стахановская. Ограничительная мера связана с очередным этапом ремонтных работ. Перекресток Советская-Стахановская уже несколько лет один из самых проблемных участков в Бийске. Сейчас проезжая часть перекопана почти во всю ширину. Автомобилистам приходится объезжать огромную яму. Из-за этого на зеленом клине постоянно образуются пробки. Отметим, что на этих выходных 15 и 16 сентября перекресток полностью будет закрыт для движения. В это время специалисты водоканала будут укладывать футляр с пластиковой трубой, после чего начнется уплотнение грунта и последующее благоустройство с расширением проезжей части до 4 полос. По словам городских чиновников, завершиться все работы должны до конца сентября.